жестко. Это ты сегодня с утреца словил? Да. Ух ты! А вот пока не дам. Она сейчас увидит. Ух ты, щуки. Вон на подоконнике сидит сверху. Точный выстрел. Охотник-кадровик. Серег, на костре. Да, курорт у тебя тут, слушай. Мальдивы, Канары и еще там всякие разные курорты вместе взятые. Тимофей Александрович, давай. Спасибо. Да не за что. Вы не знаете, откуда потом. Ё-моё. Тема подготовки к экзаменам. Яна утром на работу. Ну, а я снимать видео для вас. Друзья, здравствуйте. Рад вас приветствовать на своем канале. Давайте начнем. Ну, пока мотор прогревается, хочу с вами поговорить. Я тут немного заигрался в YouTube, начал выпускать ролики там через каждый божий день. И немножко от реальности отстранился и вошел в некоторый вот такой коллапс. Ну, люди помогли. Спасибо вам большое. Вывели из штопора, так сказать. Ну, у нас тут, в принципе, хоть и город вроде как, но такая небольшая деревня. Так что, в принципе, расходы небольшие. Так что я практически выкарабкался. Еще один момент. Спасибо всем, кто помог. Но такая вот история. Я хотел бы завтра сделать стрим. И стрим на очень такую животрепещущую интересную тему, и приглашу гостя тоже. Ну, стоило мне его, конечно, пригласить усилий, но все равно он будет на стриме. Так что если вы свободны, то в 15 по Москве я жду вас. Жду вас у себя дома, на стриме, на своем канале. Ну, а сегодня поедем к Тимофею и к Женьке. Я думаю, что льды растаяли, там запас бензина, небольшой запас продуктов. Это пробно. Проскочить к Тимохе, ну и посмотреть, что там у Женьки на избе. Ну, Вилюй спокойный, тихий, все отлично, так что давайте начнем, поехали. Кто-то там спрашивал, что такое глиссер. Глиссер — это когда лодка парит. Вот она на глиссер выходит, выскакивает на воду. Вот сейчас, видите, мы не глиссируем. Сейчас один момент, прибавляем скорости. Летим.
смотрите какая! Просто великолепно! Но я в шапке, потому что все-таки на реке прохладно, тем более на скорости. А так, температура просто замечательная. Необычно. Так, сюда иди. Жестко. Опа. Тут вообще ничего не понять конкретно. Да, очень интересно, но пройти можно. Как на войне. Ничего не осталось. Ой, локатора нет, Тимофея нет. Жесть. А утро вообще-то. А где локатор? В побегах, что ли? Да ёшкин перец. Да. Блин.
Блин. Че, этот-то не сбежал? А когда, куда шмыгнул? За кем шмыгнул? За кем? За мной? А потом дальше побежал. Ёшкинка, давно нету? Уже недели. О, блин. Чё, ты как сам? Нормально? Зажили эти все штуки? Угу. Потихоньку. Рыба ловится? Не знаю. Я прикинь, пока ехал возле, в районе перекида аж выпрыгивало. Ну сейчас жорно начинает. Сейчас, да? Уже можно со спиннингом выходить. Окуня. Окуня. Не все, конечно. Можно поймать. Ну, сейчас с Яной спиннинги достанем, да приедем. На той стороне. Вода падает. Нет. Вода стремительно падает. Я не знаю, что будет вообще. Если она сейчас так упала. А навигация же должна прийти. Прийти должны парохеды, да? Нет, того не было. Не, я понимаю, но это же. Это же непонятно. Что непонятного? Дадут воду, да? Если есть. Если есть. Если ее тут нет, то там, думаешь, есть? Не, ну там-то должна быть. Чего не, блин? В прошлом году жабили. В этом году жабить будут. Так воды нет. Должны дать. Навигация. Юй еще не начался, ты говоришь, навигация. Навигация, там еще, наверное, Лена не прошла. Ну. No. Сейчас воду дадут, и этот лед поплывет там. Вот они выжидают там, жабят. Сейчас 5 июня, только на Новый год они пойдут. Таким расчетом, что сюда на Новый год приду. Слушай, ну хорошо у тебя эту аллею постригло. Ее побрило там как надо. И попрямяло сильно. Ну, он как лежит. Плотно же лежит. Что, будет отрастать все? Хоть как гни, все равно вверх тянет. В прошлом году вот эти вот положила, а они уже вон. Они из стволов прямо пошли, ну да. Что положит его, что не положит, осенью уже будет. Не, да. Трех лебедей поднял туда. Полетели, да? Тульпанов видел. Двух тоже. Большая утка. Я ни разу тульпана не видел. Я видел с такой, с толстой шеей, с длинной шеей, с коротким телом и с большой башкой. Черный. Черный. Белый. Черный. Черно-белый. Ну да. А, на носу горба. Вот этого не видел. Ну, как бы снизу видел и быстро. Двух видов есть. Но здоровая утка была.
гуся видел только, когда этот батя подстрелил. Давно. И пробовал. Такой он вкусный был. Дробина попалась, я был в шоке. Что за дела? Хорошо мягкое. Сейчас железные шарики же идут в патронах. Так ты уже на лодке и туда, и сюда, да? Точно хлеба не будешь? Да. Yeah. Я аж 5 булок купил. У меня еще 6 есть. Не 6, но... Да, 6. Нормально. Это свежий. Чайкевский есть или нет? Холодно. Давай, пофигу, пить хочу, вообще кошмар. Кушать будешь? А что есть? Гречка. Ну давай, если не жалко. Отобьешься тут с вами. Ой, как ты на шерстяном одеяле спишь? Сверху. Хорошо. Я бы, блин, ну, помер бы. Же. Да я бы помер. Да ну на. Чуть муха даешь. Наоборот, приятно. Приятно? Очень. Да-да. Обалдеешь. Вон как Кутузов. Кутузов нализывается. Так. Ложки. А, ложки. Ты сам будешь кушать? Не, я только покушал вот в один попик. Селёдочки. И спать, да? И брякнулся. Вот. Ну, уже начал, что? А ты что ночью делаешь? А вот не скажу. Не скажу. Ты все, короче, на ночной режим переключился, да? Ну, с этой жарой. Да. А я куртку одел, шапку одел. А. Потом разделся. Там молоко. Спасибо. Да не надо. Сахар. Прохладно. Выпускной был. Артему 18 лет бабахнуло. В садике выпускной у Тимона. Он этот... Сейчас у Артема школа закончилась. Консультации. И потом в армию пошипит. Вот и все. Это вся история. О, комар. Надо уже дымокурню пускать. Их еще мало. Маловато. Вечером будешь, ёп-ёп. Опять что-то аккумулятор. Дымокур не запускай. Ладно, как дымокур, что, с собой тащить, что ли? Там посидеть же надо. Ну, тоже верно. Кушай! Ё-моё. Кушаю. Что без хлеба? Наверное, нормально. Пошел нафиг ты! Ты сегодня уже все свое сожрал. Вечером будешь кушать мясо. Локатора нету, будешь кушать мясо. Сам один кушать.
ходит, орет, мычит, кричит, блядь. Мышей не ловит, ядреный корень. Откаш. Бомбы. Стоблю. Сейчас только вот. Час тому назад. Угу. Кусок селедки сожрал. Ну ты говорил, ага, с лучком. А где селедку нашел? Консерва. А. Тоже нормально. Я про Кутузова говорю. А, Кутузов? Я-то все остальное, а он кусок селедки. Нормально. Гречкой. Еще с молоком нас запил. Козел. Гадус. Еще ходит, попрошайничает. Вон на подоконнике сидит сверху. Точный выстрел. Охотник-кадровик. Отобьешься тут с вами, да? Ой, хорошо-то как, а? Снегу бы побольше. Не, так хорошо. Градусов за 45, да? Да. Не пожалел бы так градусов 50 заебить. Вот это классно. Да. А то, блядь, жара, блядь. Градусов 50. Сальники, блин, стынут. Все, блин, этот. Топливо, не топливо, все. Я там встал напротив. Да по этой льдине можно пройти. Мне же подниматься надо. Да тут. Давай. Давай руку. Не нужно. Сюда залазь, залазь. Грустно. Да, может. Прилетит, да? А лучше пока не так. Красиво у вас тут, ну, да. Тимофей Александрович. Берега не будет в этом году. Да-да-да. Ох! Берег меняется. Как это? Река может меняться. Ё-моё! Тимофей Александрович, давай. Спасибо. Да не за что.
Мы не знать отсюда потом. Ё-моё. Чуть-чуть попозже приеду. Ну, дня через два, через три. Хорошо, что к тебе прийти хоть возможно. Пройти. Бедный Тимофей Александрович. Замечательно. Женька, у меня обстоятельства были. Обстоятельства. Обстоятельства разнообразные, такие, короче, которые... По которым я не смог приехать. Как ваше, ничего? Нормально. Постригся, что ли? Я постригся, ага. Подписчики, салют, привет, отвлекся, блин. Мать, Михей, всем салют. У меня все нормально. Сколько его у тебя не было? Не знаю, неделю. Недельку где-то. Я тут немного из штопора выбирался. Но нормально. Не из такого, который вы подумали, а из финансового. Сейчас тут как понапишут. Так что. Ну что, этому льду? Две недельки и все, да? Чайнички висят уже. Так, ты там ничего еще пока не делал, да? Не делай, огород делаю. Понятно. Понятно. У тебя огород, блин, без солнечного цвета. Да. Огород без света у тебя. Ой, бог. Бог с ним. Вырасти, как вырасти, и вырасти. На том огороде. А это пустой, нет, уже нет. А, подожди, на том огороде. Ничего себе. Ёперный балет. Вот же еще огород есть. Огород, конечно, большой. Три шага вот так и четыре шага вот так. Нормальный огород еще. Пойдет. Ведро картошки соберет, нет? А может... Я говорю, ведро картошки соберешь или нет?
Слушай, ну лепота у тебя тут вообще просто. Комары уже вечером дают лепоту. А ты этот дымокур делай в тазике, как. Есть еще чем брызнуть. Одну сеть снял уже. Нет. Сейчас же высоко стоит, вода уже падает. Это ты сегодня с утреца словил? Да. Ух ты! Ого! Да. Вот это окунь. Мать, если видишь, смотри, чем питаешь. Сегодня поднял. Фига ты даешь. Да. Слушай, Яна сейчас увидит. Ух ты, щуки. 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 Ей, вот рыбалка, приезжай, блин. А что там еще? Окунь такой огромный. Что вот окунек такой. О, кабан какой. Ей, видал рыбалка? Да уж, это точно. Хорошие эти. Ты слушай, там сороги такие здоровые. Да, сороги. Вот, Рома там говорит, как он, как ему лодка-то хоть понравилась, не понравилась. Какой мне он? Пишет. Рома, который лодку. Рома, отличная лодка. Лодка просто супер. Сейчас он туда-сюда, туда-сюда ездит. Уже и там был, и там был. Да мне вот рассказывает. И сети уже ставлю. Ну, так что отлично. Спасибо, Ром. Сейчас берегу даже сюда, до хаты пешком хожу, чтобы бензин сэкономить. Когда у тебя переезд уже хорошо будет? Да уже переезд, господи, я уже здесь и там. Ну, надо новоселье как-то отметить, надо приехать с Юркой, с Яной, с детьми, посидеть тут, а ты вот тянешь и тянешь. Сегодня под поле надо откопать. Так замечательно, а, слушай. Да. Блин. Да, рубки дрозды взял. Ну, я хоть рыбки попитался, блядь, нормально. Ну, чаёк запаривается. А я пакет. А? А я пакет достану. Чё, пакет? Я уже заварил. А пакет куда дел? Пакет в костёр выкинул. Прости. Простите. Ах, простите, простите. Ну вот, начинаем, наверное, уже чаю пьем. Бошка, вот они. Костя Фатеев его делал. Костя классный ножик. Да. Этот. Сейчас уже таскаю его, как это. А тот уже. Выведен хорошо. Если сам делал, красиво сделал. Молодец. То сам делал он. Я говорю, я ссылочку. Чеканкой что-то видишь, работал уже. Ссылочку оставлял в прошлом видео. Нормальная тема. В описании и не в описании. Мужик хороший. Михей, ну ты как там, блин, господи? Что-то молчишь, блин, братела. Ну, пишет мне иногда. Да. Угу. Надо, видишь как, надо собраться, чтобы ты выехал. Вот в прошлый раз, ты видишь, приехал, все быстро-быстро-быстро с этими ремонтами, с Юркой. А надо так, чтобы потихоньку. Мощный какой, а? Парниша. Рома! Работает схема. Давай. Вот так. Теперь я остаюсь на берегу. Так что вот такие дела, друзья. До скорых встреч, увидимся. Жду вас на стриме завтра. До свидания. Ветер и снег переходят в пургу, но вас не потянет ночью в тайгу. Кто в этот час в зимовье возле печки курит при свете маленькой свечки? Думаю, его не про шмотки и тачки, а про больную лапу собачки. Он представитель отшельников века,
просто устал верить он в человека. Он верит собаке и мыслям своим, себя не предашь, не предашь и других. Просто устал от общения со злом, рядом живет только в мире ином. Отшельник, охотник, хоть как назови, но нет для него иного пути. В пути у кого-то ломается стрелка, и поезд по жизни несет человека. Не нам их судить, каждый выбрал свой путь, только о них попрошу, не забудь. Как заячий след по снегу петляет, он ищет судьбу, находит, теряет, и вновь появляется в жизни азарт, когда он поймает удачу и факт. Кто-то ушел от неверной жены и смотрит на всех как бы со стороны. Кого-то сломала водка и блуд, а всем не расскажешь, тебя не поймут. Не каждый уйдет в изгнание, как скит, и только тайга тайну их сохранит. И он не предатель, и он не изгой, он просто не хочет жизни другой. Вот вы в городах симбиозом живете, и кое-что случилось, на помощь зовете. Электрик, сантехник и скорая тут, в тайге ты один, за порогом не ждут. В тайге за порогом лишь смерть караулит, видим медведя, того не осудят. И экстремальные тут холода, но грустные мысли ты гонишь тогда. В тайге словно в битве, один на один, и кто победит, тот господин. А если ты слаб и в душе не уют, запомни, тебя в этом мире не ждут. Здесь выживет тот, кто духом силен, кто верит в себя и в последний патрон. В минуту напасть и на помощь придет, себя не жалеет, но друга спасет. Живут в необъятной тайге однолюбы, беседуют с ними такие же люди, но любят они этот мир без прикрас. Немножко жалеют отшельники нас, ведь нам не понять буйство красок весной и пение птиц над зеленой тайгой. И они, как и мы, ждут прихода весны, и новая жизнь начнется для них. Вот вы сидите в уюте, в тепле, чай и печенье у вас на столе, ветер и снег переходят в пургу, но вас не потянет ночью в тайгу.